горах красиво, неимоверно, все зеленое. Именно у нас мало хвойных деревьев, поэтому зимой тут серо все, кроме травы ничего зеленого нет. А сейчас вон, смотрите, какая красотища. Там мы едем на озеро, в горах. Трибальское озеро, или езеро, хорваты говорят. А в прошлый раз вот там, там дорога такая стала. Температура 21 градус, но ветра нету, очень тепло. Обратите внимание, вот какие маленькие села и какая дорога. Конечно, это не в 100% случаев такая дорога, но по сравнению с нашими селами, то что села, даже с городами, дорога — это небо и земля. Замок будет. Он на горе. Да, но извилистой дороги тут не для тех, кого укачивает, потому что он качает тут быстро. Красота. Кстати, я сейчас думаю, вот, во времена этого кризиса и карантина многие поймут, что лучше жить в частном доме, чем в квартире. Но я вон слышу, там в Украине некоторые знакомые по неделе не выходят из квартиры. Я не знаю, что там можно неделю вообще из квартиры не выходить. И с ума можно сойти. Голова может лопнуть от телевизора. Вот это самое. А вон велосипедисты. Ноги качают. Мало один во Франции меня на Новый год доставил.